Ей бежать надо. Много покажи. Много. А что им? Все собирают подряд. Всем привет. Всем привет. Траву в огороде всю убрали и сожгли. Стало в огороде чисто. Здесь было все заросшее у нас. Ну тут они видно, тут все садили. Оно более-менее, а вот здесь видно, что они все не садили. Все трава. Вот это осталось сено, его косил еще до нас, ну до нашего приезда сосед, он потом его заберет. У него корова, мы иногда покупаем у него молоко, скоро начнут пахать и вот это все спашем. Убрали здесь заросли и появилась вот такая вот бочка. Не сдать ли это на металлолом? Ты что, Вася, за старое за свое взялся? Конечно, это шутка, мы ее будем использовать по назначению. Подводят. Вот здесь вот имеются дырочки, вон там вот. Их можно, наверное, я думаю, заварить. Или тут уже варили. А вот смотри. Или варили их. Нет. А вот это вот похоже, что как. А, нет, это просто ржавчина. Может, этим будет. Может, ну да, заделать их. Вот раз, два, три, вон там дырки этих. Заделать и наливать сюда воду. Потом для полива. Ребятишки вообще предложили сделать из него бассейн. Бассейн, скорее всего, мы купим. Потом к следующему лету для ребятишек. Я сначала хотел выкопать бассейн, но потом подумал, продаются же такие раскладные. Да. Его разложил, там собрал, сезон прошел, потом его обратно собрал и куда-то убрал. А так действительно, что зачем копать его, да? Кстати, я здесь вот копал, земля нормально копается. Вот мы сжигали мусор. Это не мусор, а траву. Окапывали вот здесь вот все. Сначала расчищал я площадку, потом окопал все вокруг и уже потом начали... Земля сухая. Потом начали уже сжигать это все. Сначала вот здесь сжигали, а потом туда, чтобы не бегать. И вот получилось у нас... Две таких ямы взяли, получается. А Маша даже не увидела, как я копал. И ребятишки, я вечером копал, потом приходит, это кто-то, говорит, так сделай. А я говорю, так это НЛО приземлилось. Особенно ночью, вот хотел, надо было заснять. Когда уже стемнело, оно, трава тут догорала, оно похоже было, как на кратер. Вулкан такой, знаешь, огоньки так мерцали вот эти, как лава. Мы все мечтаем купить квадрокоптер, чтобы показывать с высоты птичьего полета всю красоту вам, нашим зрителям. Постоянно отслеживаем различные модели на AliExpress, потому что на AliExpress более низкие цены и можно купить такие вещи, которые нельзя купить в магазине. И нам порекомендовали одну программу, очень хорошая программа. Сейчас мы вам ее покажем. Многие, как и мы, делают покупки на AliExpress, потому что там низкие цены и там есть такие товары, которых просто нет в магазинах. Вы давно хотели приобрести себе квадрокоптер для съемок с высоты птичьего полета. Присматривали разные модели на AliExpress и тут нам посоветовали отличное приложение AliRadar, которое облегчит наш поиск. Это приложение оказалось действительно очень полезным. Сейчас покажем, как оно работает. Кстати, приложение совершенно бесплатно. Сейчас продемонстрируем, как работает эта программа. Нам понравился вот этот квадрокоптер. Приложение AliRadar у нас уже запущено. И сейчас проверим этот товар через это приложение. Здесь показано, что надежность продавца неизвестна. Также здесь показано, как колебалась цена. 30 августа у этого продавца квадрокоптер стоил 223.
Сейчас уже 13 августа, и он уже стоит $203. Как видим, что цена потихоньку падает. Также очень замечательная функция «Похожие». Здесь мы видим похожие квадрокоптеры у разных продавцов. Также через эту функцию можно найти этот товар по более низкой цене. Сразу же можно посмотреть рейтинг продавца. Вот где улыбочка, значит, рейтинг продавца хороший, и у них можно смело покупать данный товар. Выберем продавца с хорошим рейтингом, нажимаем и переходим уже непосредственно к этому продавцу. Если нас все устраивает, то делаем покупку. Я считаю, что это очень удобно. Маша иногда тоже что-нибудь дозаказывает на AliExpress. Приложение можно скачать на свой телефон через Play Market или App Store. Тоже совершенно бесплатно. Все функции такие же, как на ПК. Ссылку на это приложение оставляем вам в описании нашего ролика. Приятных вам покупок. А вот здесь вот было все заросшее. Здесь вот видно, что люди садили клубнику. Но ей уже, похоже, хана пришла. Да? Засохшая. Что думаешь, если ее полить, оживет она, не оживет? Непонятно, да? Непонятно. Вот, как у Василия, вот был такой же материал от сорняков. Возможно, что ее вообще садили очень давно. Не обязательно, что в каком-то в этом году или в прошлом, может вообще позапрошлом, да? Может, и люди давно уже здесь не жили. Есть зеленые? Конечно, поливать надо. Здесь вот тоже обнаружилась вот такая насыпь. Видно, когда-то участок, ну, равняли отсюда трактором, бульдозером, все стащили вот сюда. Здесь вот насыпь такая маленькая получилась. Это из земли она. Здесь у нас, значит, люди садили, видимо, огурцы. А может и помидоры? Нет, огурцы. Больше на огурцы их похоже. Да? Они садятся, они потом так плетутся. Угу. Тоже здесь все расчистили, почистили. Все сейчас нормально, более-менее, да, стало? Угу. Вон там еще надо траву убрать. И вот возле забора тоже надо будет убрать. До туда еще не дошли. Зрительно, что мало дел, да? А вот если берешься, вот мы когда вчера целый день тут, да, вещи вот это самое. Да, убирали вот эту, стаскивали траву, жгли ее. Вот просто может кто-то напишет, что нельзя сжигать траву, но вот вообще вот эта трава, а еще компостную яму же нам предлагали сделать из травы. В принципе, можно попробовать, но надо это сколотить ящик из чего-то. Там есть какие-то старые двери, я вот думаю, куда ее разместить. Может разместить ее вот сюда вот, где-то вот здесь на входе. От нее запах будет, нет? Вот здесь вот, смотри, вот этот город поставить, вот здесь вот. Умки нашли здесь жениха. И скоро тоже хаска. Только она какого цвета? Рыжая? Коричневого такого цвета. Так что, ну, у соседей есть хаска, кобель. И вот мы будем скрещивать их. Так, что тут еще-то показать вам? Работа проделана большая. Огород угнатый. Вот тут домик. По деревьям лазите? Ага. Тепло, хорошо. Иди к маме, мама яблочко тебе даст. Я мама. Где папа? Я что? Я большой. Я большой? Думи-ми-сой. И что мне надо сделать? А? Ну-ка скажи. Покажи. Какое яблочко хочешь, чтобы я сорвал? Вот это? Большое. О, надо помыть только его. Орехи. Грузовик. Уже два грузовика орехов уехало к нам на склад. Да? Что, пойдем яблоко помоем? Или иди маме, пускай мама помоет. Нет,
Папа. Папа? Я вот сюда, в тарелочку. Какую-то, это грязная тарелка. Какую ты тарелку? Так она грязная. Надо чистую взять тарелку. Ребятишкам здесь вообще лафа. То там сделают себе домик, как они, балаганчики, да? То вот здесь сейчас они расположились. Я им принес диванчик старый. Они поставили импровизированный телевизор в виде коробки от телевизора. Нет, да? Нет. Стульчик у них. Ну-ка расскажи, что тут у тебя? Кухня, да, вот здесь? Да, вот здесь вот. Вот здесь вот кухня. Здесь прихожая. Ага, здесь прихожая. Вот они разуваются даже здесь, да? А здесь у вас да, гостиная? Здесь можно что-нибудь делать, здесь обувь разуваем сюда. Угу. Вот так. Здесь печка всегда играет у нас. Вот, молодцы, играют. Сегодня у нас... Сегодня какое число-то, кстати? 13. 13 октября, у нас жара стоит. Вообще жарко, тепло. Сильно жарко сегодня. Сегодня 28. Сейчас начну перебираться вот здесь вот. Здесь непонятно. Вообще всякой фигни какой-то. Надо разгребти это все. Здесь вот стекол очень много. Хотел найти, куда можно сдать стекло. Но нигде не нашел пока. Хотел сначала сделать вот эту полку, но потом, посмотрев на доски, в каком они состоянии, все гнилые, решил оставить эту идею. Сейчас уберу эту полку и на землю просто сложу вот эту всю плитку. Плитки здесь много. Еще плитка. Это видно, в ванной была старая плитка. Думал ее выбросить, но потом подумал, что она может пойти как наполнитель, когда буду делать, заливать вот здесь цементом все, она еще пригодится. Много было комментариев, что косилка сильно коптит. Вот с косилочкой идет такая канистрочка маленькая. И здесь вот метками, вот видите, вот до этого уровня нужно наливать бензин, а до этого масло. Как бы я все наливаю по инструкции, но действительно косилка немножко, ну, дыма много. Я даже пробовал, значит, чуть поменьше наливать, но... Чуть немножко дыма поменьше, но все равно. Все он дымит. Триммер новый. Многие писали, что он уже должен скоро сломаться у тебя, раз так он дымит. Но если мало масла наливать, то это наоборот хуже же для триммера. Сейчас нальем, и там немножко надо докосить мне. Налил бензина ровно по меточке. Сейчас налью масло.
и она начнет опять коптить. Масло, кстати, очень быстро заканчивается. Вот покупал новое масло, было полное, и уже осталось вот совсем мало. На том триммере вот это бутылек и метка у него была, ну, немного выше, намного выше, можно сказать. Ну, помнишь же, да? Да. Она наполовину выше была. Да. Ну, может, это модель такая триммера, и поэтому, ну, не знаю, требует столько масла. Сейчас налью по метке, и начнет дымить. Вот по меточке налил, размешаю. Потому что было очень много комментариев. Она сама по себе, мне кажется, такая. Купили еще защитный экран. Безопасность прежде всего. Вот здесь вот много все-таки камней различных. Хулиган наш пришел. Да, ты хулиган? Что-то плакал опять. Опять тебя кто-то обижал? Да. Так, вот воронку еще нам надо купить. Итак, все скошено. По краям тут, конечно, я не стал косить, потому что зацепиться может за сетку и намотать сетку. Здесь тоже все скосил. Возле забора придется выдергивать траву. Наверное, кто-то напишет, что можно леской было косить. Здесь вот такие сорняки, они просто леской никак не возьмутся. Сейчас зайдут. Вот они вот как деревянные такие вообще. Выдергивать-то тяжело. Так что поэтому я поставил диск. Здесь диском очень тяжело косить, потому что какие-то тропинки вот эти бетонные, что-то там еще торчит. Вот здесь вот бетонная тропинка. Но все равно что-то скошено. Потом трава подсохнет. Ее граблями всю соберу в кучу, и потом можно будет сжечь ее. А здесь придется так выдирать вручную. Тяпкой. Ну или тяпкой, да. Кстати, можно и тяпкой. И можно запускать кур будет. Еще нужно убирать много винограда и давить его. Упростить работу. Сейчас возьмем вот это бревнышко. Я прикрепил его. Так оно какое-то кривое. А? Кривое. А зачем? Нам же не надо такое длинное. Здесь надо вот тоже будет все распиливать это все на дрова. Сейчас покажу. Вот эту часть. Ну ты, чтобы это рука у тебя входила. А я все сделаю, нормально будет. Только вот тут длина, наверное, такая вот пойдет все равно. Ну, куда ее длинную такую? А я думаю, ты вон ту возьмешь. Это еще больше, потолще, да? Угу. Ну, можно и отсюда взять. Да. У нас штуковина получилась.
конечно, вид не особо. Держи, Маш, по тебе орудие. Орудие пыток. Это приспособа, чтобы давить виноград. Делали маленькую, сейчас покажу. Вот это маленькая, это лакушка. А это большая, я думаю. Да, большой, я думаю, быстрее процесс пойдет работы. Давить виноград тяжело. И потом еще эти руки, они начинают так шелушиться. Ну, короче, не особо такое приятное потом после этого чувство остается, что либо в перчатках. Но мы решили сделать толокушку. Сейчас ножичком там еще подровнять. Немножко ошибся с длиной. Да? Ну, я думаю, вообще вот эти фруктовые деревья очень крепкие. Я отрезал здесь вот чуть поменьше. Но она, я думаю, все равно нормально будет. Вот, будем толочь виноград. Параллельно прибираемся вот здесь в сарайке. Ну, да, навес тут какой-то. Тут было вообще хлама. Я вот эту плитку, которая целая, ее кладу вот туда вот складываю, которая битая, мешок, надо мешок, мешков еще купить, это пойдет как наполнитель, мы когда дорожки будем заливать везде, будем вместе с цементом туда бросать, как наполнитель. Сейчас вот здесь вот все приберу, ну, разложу по местам, чтобы более компактно все было. Тут еще столько стекол, очень много. Не знаю, хотел сдать их, но мы пока еще не нашли, куда можно сдать. Может, их тоже как-то можно использовать, вот это битое стекло. И значит, вот где у нас гараж, вот ворота, прицеп. Вот здесь вот тоже много всяких стекол стоят. Плитка опять же. Сейчас там приберусь, и вот эту всю плитку нужно туда перетаскать будет и сложить. А здесь все, ну, прибраться. Здесь я уже подкосил. Осталось только убрать вот этот мусор. И так более-менее тут еще будет, да? Не слышу от тебя одобрительных слов. Ванечка мне постоянно помогает. Молодец. Я начал убирать под виноградом вот эту... Да, тут ее, у него любимое место здесь, он почему-то все здесь отдыхает. Ладно, что ты его тревожишь, да, ёшки. Убирать начал вот эту траву под виноградом. А Маша говорит, может быть, наоборот, надо на зиму виноград утеплять. Сейчас надо почитать где-то, виноград утепляют или нет, или так просто он остается. Непонятно пока. О, бери его. Вот еще странное с радиатором происходит. Я вот поставил сейчас чашечку, антифриз, то бежит, то не бежит с него. Не с радиатора, а вот с этой пипетки там, я уже показывал, не помню уже вам. Вот. Думаю, начать делать, потом она раз опять вон перестала течь. Новый радиатор. Только купили, да, этим летом. Работа потихоньку движется. Сейчас пойдем собирать виноград. Всем пока. Всем пока. До новых встреч.